Почтеннейшие сударь и сударыня, здравствуйте! На мой взгляд, в момент написания этого стихотворения в господине Кольцове пела душа господина Лермонтова, о чем свидетельствует фатализм, которым пропитано стихотворение, которое вы сейчас услышите. Кольцов Алексей Васильевич. Надо мною буря выла, гром по небу грохотал, слабый ум судьба страшила, холод в душу проникал. Но не пал я от страдания, гордо выдержал удар, сохранил в душе желание, в теле силу, в сердце жар. Что погибель, что спасенье, будь что будет, все равно. На святое провидение положился я давно. В этой вере нет сомнения, ею жизнь моя полна. Бесконечно в ней стремление, в ней покой и тишина. Не грозишь ты мне бедою, не зови судьба на бой. Готов биться я с тобою, но не сладишь ты со мной. У меня в душе есть сила, у меня есть в сердце кровь. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь. Всем спасибо.